Мяу, ребята, с вами Лиза и Диана. И сегодня и кстати, заходите на канал Дианы, ссылка будет в описании под этим видео. Заходите и подписывайтесь. Ну, так мы приступим наконец-то. Спустя 100 лет болтовни. Дратуйте. Вали с кадра. Нет, не валю. Эй. Я одинокий. И это рубрика вызов принт. Ну, только как нам, ничего в комментариях, конечно же, не писали. И поэтому, что вы хотите, чтобы мы с Дианой сняли еще один ролик «Вызов принят», пишите в комментариях, какие задания мы должны сделать. А пока, когда нам нифига не писали. А может быть, мы будем это снимать, типа, какие-нибудь напитки будем делать и там еще... Так это я и хотела. Напомнила. И такая говорит. А мама... Короче, не знаю. Короче. Все только короче. Да короче. Сейчас я вас взорву. Так. Закройте уши, сейчас бомбанет. Закройте уши, сейчас бомбанет. Раз, два и три. Бомбанет. Все, короче, все бомбануло. Ну, хорошо, что я... Ой... Мы спрятались. Да, и все-таки комната осталась жива. Но только... Ну, только вы не знаете, какой был грохот в этот момент. Не. Диана. Так, короче, что мы сейчас будем делать? И там будем видеться на моем большом мячике. Ладно, Лиза, давай не будем в этом видео все-таки дурака валять. Ну хорошо. Короче, давай зажигать. Задавай мне задание. Что я должна сделать? Ты должна. Ты должна что сделать? Ты должна. Я не поняла. Ну реально, Диана. Короче, давай я сейчас придумаю, я подумаю вот так вот. Ты куда с ума посади? Короче. Миллион. Все. И подождите, секунду, пауза.